Добрый-добрый день, дамы и господа. Давайте вновь попробуем включить все органы чувств. И даже несмотря на то, что между нами камера, попробуем не только увидеть и услышать, но и подышать, почувствовать атмосферу этого места, где мы оказались. Добро пожаловать, друзья, в единственный в мире музей великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Добро пожаловать в его усадьбу. Точнее, в усадьбу деда, где он, тем не менее, регулярно бывал. Добро пожаловать в Наумово, село, которое находится на стыке Тверской и Псковской областей. Ну, скажу сначала то, что добраться сюда относительно непросто. Вот так. Не просто стык двух областей Наумово, а Медвежий угол одновременно и Псковской, и Тверской. И даже, например, до Пскова или Твери здесь подальше, чем, например, до Витебска. Вот так. И откуда бы вы ни ехали, езды как раз часиков 5. Причем довольно забавная ситуация заключается в том, что, например, из той же Твери, да, 5 часов езды, вы в 8 выехали, к часу приезжаете, а в усадьбе обед с часу до 2. Я не знаю еще музея, усадьбы, которая бы работала сегодня с обедом. Но, конечно, к чести экскурсоводов и сотрудников музея нужно сказать и отметить, что они легко приняли нас как раз в начале второго. То есть как раз, когда у них должен был быть обед. Дай им бог здоровья, вообще большие молодцы. Здесь работают настоящие сподвижники, просто фанаты своего дела. И послушать их одно удовольствие. Что я вам сейчас покажу, да, как усадьба устроена. Ну, каких-то особо роскошных посадок здесь не ждите. По крайней мере, все скошено, уже здорово. Отдыхает под, не знаю, каким деревом, вроде под яблоней. Старый трактор, тут чуть в стороне туалет. Вот это кирпичное здание, это не что иное, как оранжерея. Мы с вами сейчас попробуем как раз туда чуть заглянуть, что называется. И вы будете видеть те экзотические растения, посадки, да, которые в том числе иногда высаживают в открытом грунте и в саду. Классно. Гортензии, кстати, здесь тоже совершенно замечательные. Вот такие зелено-белые. Там чуть в глубине заросший ряской пруд. Вообще воды здесь хватает. Большое Жижицкое озеро такой неправильной формы с большим количеством островов находится здесь относительно неподалеку. И на берегу этого самого Жижицкого озера как раз маленький Модест и проживет первые 10 лет своей жизни на фоне вот этой вот чудной природы, пока не будет мальчиком увезен в этот каменный, холодный Петербург. Усадьба вообще довольно комариное место, я вам хочу сказать. Меня уже так здорово тут подзакусали. Но неважно, не беда. Смотрите, открывается как раз вид на сам усадебный дом. Отсюда он виден очень неплохо. Ну, понятно, есть постройки так чуть поменьше. Там чуть в стороне находится сарай. Вот там чуть дальше есть такая людская с музеем быта. В самом центре, конечно, бюст Модеста Петровича Мусоргского, гениального абсолютно русского композитора, прожившего очень небольшую и очень трагическую жизнь. Что касается памятника композитору, то он тоже есть совсем неподалеку, в полный рост, большущий, как раз в родном селе композитора. Но, к сожалению, там не сохранилась усадьба, там не осталось, по большому счету, ничего от дома, и даже фундамент был найден относительно недавно, весь зарос травой. Поэтому музей сначала будет сделан здесь, просто в средней школе, а потом в 70-х годах века 20-го в здании вот этого чудного усадебного дома 19-го столетия, постройки почти 200 лет. И усадьба принадлежала деду композитора по материнской линии Ивану Ивановичу Чирикову. Здесь же родилась его мать Юлия Ивановна. Вот отсюда она как раз уедет замуж за Мусоргского. И здесь как раз был, вообще, бывал регулярно Модест Петрович. Выхожу вот так вот из тени. Солнце так немножко бьет в объектив. С правой стороны такая аккуратненькая пристройка, которая сегодня является тоже музеем. И посмотрите вообще, как хороши колонны. Вообще такой, знаете,
провинциальный деревянный ампир, довольно редкий архитектурный стиль, я вам доложу. Вот заметьте, отсюда даже видно, что колонны эти чуть сужаются кверху. Ну, понятно, что из целиковых столбов бревен просто были сложены и уже вот этими вот аккуратненькими досочками были в свое время украшены. Традиционно для русской усадьбы такой дерновый круг и посадки перед домом. Совсем небольшая территория. На самом деле вы легко справитесь с ней за часик с небольшим. И, конечно, нужно зайти внутрь, что мы сами сейчас и сделаем, друзья. Добро пожаловать и посмотрим интерьеры дома, которые помнят великого композитора. Итак, вот мы попадаем в дом-музей. Здесь сразу встречает нас большой портрет Модеста Петровича. И экспозиция, она начинается вот так справа налево, с передней и столовой. Но я все-таки, друзья, хотел бы пригласить вас туда, где обычная экскурсия по дому завершается. Такой необычный ход. Сразу зайдем в приемную. Центральное место здесь занимают не только портреты, да, хорошо известных вам деятелей культуры и России и Европы, но в том числе, когда заходят сюда гости, завершая прогулку по дому, то они видят вот этот портрет Модеста Петровича. Понятно, что это копия с портрета Ильи Ефимовича Репина. После нескольких приступов белой горячки Мусоргский будет помещен в госпиталь, и вот там его навестит художник, прожив очень короткую жизнь, прожив лишь 42 года, не создав семьи, у Мусоргского не было детей, он скончался, похоронен сегодня в Санкт-Петербурге, и создаст очень мало, и страдал от болезней, и тем не менее, вот посмотрите в этих глазах, как писал, например, Свиридов, Мусоргский был художником высшей степени национальным, в полном смысле этого слова певцом России. Ее судьбами, ее болью и радостями наполнено творчество композитора. И даже вот в этом взгляде, конечно, и боли больше, чем радости. Еще одна зала, которую мы с вами обязательно должны здесь увидеть, где будет в том числе довольно много нот, да, и в том числе вот в самом центре здесь такие стеклянные кулисы, это материалы о постановке первой оперы, оперы «Борис Годунов» на сцене Мариинского театра, фотографии исполнителей, декорации там 1974 года, и «Борис Годунов и Хованщина», да, это вот вершина как раз творчества Модеста Петровича, две его главных оперы в жизни. И вот здесь вы будете видеть как раз ноты, с дарственной надписью. Посмотрите. Первое действие Хованщины. Интересно, что почти все классические композиторы, да, что-либо сочиняли не за инструментом, а за письменным столом. Вот так. Ну и, конечно, побывать нужно в белом зале. Такая парадная комната, самая нарядная, самая красивая, где собирались гости, где проходили балы, семейные торжества. И сегодня, кроме бюста Мусоргского, здесь белый рояль. Здесь не так часто, но тем не менее проходят концерты. Здесь звучит музыка великого русского композитора. А значит, что дом продолжает жить, да, и усадьба, наполненная его музыкой, продолжает радовать гостей. Ну, а если все-таки вернуться к изначально правильному маршруту экспозиции, то мы оказываемся в передней. Экскурсоводы здесь рассказывают про древний род Чириковых и Мусоргских. Композитор был княжеского рода, о чем, опять же, любил вспоминать. Здесь атмосфера стоящего дворянского усадебного дома XIX века. Из этих мест везен будет Модест Петрович еще
маленьким 10-летним мальчиком в Петербург вместе с братом Филаретом для того, чтобы стать профессиональными военными. Но Филарета уже взяли, ему там было 12-13, Модесту 10. И 2 года он отучится еще в Петришуле, знаменитой немецкой школе в Петербурге. Поэтому вот виды, например, северной столицы тут тоже не случайны. Блестяще будет владеть немецким языком. В 13 лет Мусоргский напишет свое первое музыкальное произведение. Посмотрите, вот здесь есть титульный лист под номером 19. Вот тут можно рассмотреть его фамилию. Полька подпрапорщик будет называться. Довольно веселое музыкальное произведение, такое радостное, которое считалось утраченным, но вот у кого-то из букинистов нашли ноты, да, его сегодня исполняют музыканты. Здесь в комнате матери есть несколько именно мемориальных вещей, которые принадлежали семье, в том числе и вот эта мебель, в том числе и вот этот туалетный столик, он принадлежал невесте Модесту Петровичу. Некое традиционное изображение Мусоргского и представление его как человека больного и человека сильного возраста вот здесь как раз рушится, потому что здесь я сейчас покажу вам его фотографию, подлинную фотографию в его 17-летнем. Какой был красавец, был с манерами блестящим, образованным, знавший европейские языки. И действительно, человек, который лишь пару лет прослужил на военной службе, я так мечтал посвятить себя музыке. Хотя вынужден был и имение продать после смерти матери, и работать в лесном департаменте чиновником. И музыка не принесет ему ни дохода, ни успеха, но станет делом всей его жизни. Вот посмотрите, какой красавец этот Модест Петрович. 17-летний офицер лейб-гвардии Преображенского полка. Вот, только сейчас поймал фокус. В том числе и для того, чтобы по-новому взглянуть на хорошо известных нам представителей российской культуры, имеет смысл приезжать, например, сюда, в такие места, как Наумова. Экскурсия завершена, я вновь на улице, и кузнечики стрекочут, и комары летают, и еще посмотрите, вот так, абсолютно вальяжно здесь разлеглись наумские кошаки. Ой, я их опять напугал, простите, ребят. Правильная же история, да, что любое видео все-таки должно содержать котиков, ну да, куда ж без них. Друзья, вот так, экспресс-визит, понятно, что... Не каждый день мы здесь, в Наумово. Может быть, теперь после этого видео вы захотите сюда приехать. С вас нравишка и подписка на мой канал.